На этой детской площадке есть чем заняться детям любого возраста. Во дворе многоквартирного дома на совхозной улице появились сразу три новые зоны. Два участка с игровыми мафами и площадка для занятия воркаутом. Были проведены работы по благоустройству дворовой территории. Уложены тропиночные сети, где-то они были отремонтированы, где-то сделаны с нуля. Эта площадка была установлена по инициативе жителей. Депутат Совета депутатов Николай Кашников оценил качество проделанной работы. Активные жители принимали участие в выборе малых архитектурных форм. Все пожелания были учтены, и яркие разноцветные качели, карусели и горки установлены на данной детской площадке. Самое главное, что новая площадка понравилась ее главным пользователям – детям. Год ждали ее, не было здесь ничего. Дети играли с камушками, которые остались от старой площадки. До этого играли на разрушенных снарядах. И, наконец-то, дождались. Дети радостные. О родителях тоже позаботились. По всей территории установили комфортабельные лавочки. А также неподалеку можно поиграть в настольный теннис.